Поздравление. Вот она я. Я же говорил, фигушка это. Или мы уже снимаем? Здравствуйте, дорогие друзья! Булаковский промышленный транспортный техникум имени Грибанова запускает новый проект, в рамках которого мы готовим с известными людьми нашего города. И сегодня у нас в гостях заместитель директора БФ АО «Апатит» Наталья Юрьевна Красильникова. Наталья Юрьевна, здравствуйте! Добрый день! Я пришла не с пустыми руками, и сегодня мы приготовим праздничный десерт для наших мужчин 23 февраля. Для приготовления десерта нам понадобятся ингредиенты. Это сливки 33%, тростниковый сахар, творожный сыр, а также вкусняшки. Это голубика, орешки кишью, клубника и также шоколад темный. Отлично, Наталья Юрьевна. Я тогда предлагаю дополнить ваш прекрасный десерт приготовлением безалкогольного глинтвейна. У меня как раз все здесь тоже для этого припасено. Наталья Юрьевна, с чего начинаем? Ой, а мы забыли. Для приготовления профитроли нам понадобится мука и масло. Вы знаете, я вот всегда на передачу хожу и с собой ношу. В общем, у меня есть и масло, и мука. Как вы все предугадали. Начинаем вот с масла, да, Наталья Юрьевна? Кипящую воду мы запускаем. Классический рецепт приготовления профитроли. Все вот это размешиваем для того, чтобы получилась однородная у нас масса. Как только у нас все растает масло, мы туда будем добавлять муку. Все. Пожалуйста, мука. Так. Теперь мы потихонечку, постепенно муку и вымешиваем. Получается у нас как заварное тесто. Ну, и пока Наталья Юрьевна у нас занимается тестом, я, наверное, начну готовить наш незамысловатый, но безалкогольный глинтвейн, который отлично дополнит, я уверен, десерт Натальи Юрьевны. Наталья Юрьевна, как у вас там дела? В заварное тесто мы добавили 4 яйца, все взбили, но при этом мы сначала охладили немножко наше заварное тесто. Получилась у нас такая однородная масса, и мы сейчас приступим тоже к выпеканию профитроли. Приступим? Вы же мне поможете, Михаил? Обязательно помогу. Давайте. Наталья Юрьевна, что мы делаем, скажите? Так, мы берем наше заварное тесто, берем кондитерские мешочки, так, и сейчас с вами заполняем и выкладываем на противень. Давайте. Я тоже попробую. Ну, я, если говорить откровенно, Наталья Юрьевна, знаю, как пользоваться кондитерским мешком. Уж. Ну, ладно, я тут хотел для передачи сделать из себя совершенно какого-то неопытного человека, но на самом деле это не так. Вот мы должны его с вами сюда вот прогнать. Да. Помогая ручками. Можно даже и попроще сделать. Таким образом. Ну и теперь приступим. Самый ответственный момент, да, Наталья Юрьевна? Да. Чувствую, что мне не очень получается, Наталья Юрьевна. Я думаю, что вы мне потом поправите. Ну, вы знаете, у меня-то крупнее получается. Ну, а теперь мы это все разместим в духовку. С Богом, Наталья Юрьевна. Пока наши профитроли с вами пекутся. Мы сейчас будем делать крем. Я попрошу вас помочь и даю вам творожный сыр. Да, 4 столовых ложки. 4, с удовольствием. Я при этом насыпаю 50 грамм сахара тростникового и 100 миллилитров сливок. И это все мы с вами будем взбивать. Четыре, есть. Все. И это все мы сейчас с вами будем взбивать. Ну, наши профитроли подрумянились. Мы их достаем из духового шкафа. И крем у нас с вами готов. И мы приступим теперь
делать начинку профитрон. Берем ложечки и берем нашу с вами начиночку взбитую, нежную, ну, с тестом. Получается более нежная, более мягкая, чтобы наша с вами крем не потек из мешочка. Так. Берем профитроли. Угу. Вот. И наконечником продавливаем дырочку и туда с вами выдавливаем крем. Ну а теперь приступим к самому интересному завершающему этапу. Мы будем собирать весь наш десерт в фужере. Берем фужер и делаем. Мы теперь раскладываем наши фужеры, кишью, голубику. Слушайте, по-моему, это у меня получается лучше всего из того, что мы сегодня с вами делаем. А теперь закладываем профитроли. Берем по 3 штучки. И также их крепим к нашему крему. В результате получится такой у нас красивый, красивый фужер. Причем вижу, у нас здесь с вами есть клубника. Давайте я порежу, и это также пойдет нам на украшение. Я вам немножечко помогу. Мы берем дольку шоколадки, также вот немножечко в своем фужере ее красиво укладываем. А я вам дам вот такую вот ягодку. Фантастически. Да. Выглядит очень красиво. И я уверен, что также еще и это очень вкусно, Наталья Юрьевна. Так, ну а что у нас с глинтвейном? Глинтвейн наш уже практически готов. Мы его сейчас просто немножечко добавим ему пряностей. И в целом наш напиток, дополняющий чудесный десерт, будет готов. Ну и глинтвейн наш, в общем-то, уже и готов. Я его сейчас вам. Красиво. И себе его налью тоже. Дорогие мужчины, от всей души поздравляем вас с праздником, с Днем Защитника Отечества. И вот этот виртуальный наш подарок мы дарим вам. А я присоединяюсь к поздравлениям и рад объявить о том, что техникум имени Грибанова объявляет конкурс «Юный кулинар». Подробности участия конкурса вы можете увидеть ниже.